Новый аутизм-центр «Асыл Мирас» фонда Булата Утимуратова открыл свои двери в Уральске. В год там смогут получать помощь высококвалифицированных специалистов более 600 детей, причем абсолютно бесплатно. Всего при содействии фонда подобные центры открыты в 10 городах страны. Главная цель аутизм-центров – помочь детям социализироваться. Вопреки распространенным мифам, дети с аутизмом обучаемы. Просто им не всегда подходят традиционные методики преподавания. Именно поэтому фонд Булата Утимуратова продолжает открывать центры по всей стране. Желающих пройти обучение так много, что в фонде приняли решение открыть более просторный центр площадью 700 квадратов. Акимат выделил нам вот это помещение. Мы, значит, со своей стороны, как фонд, оснастили этот центр соответствующим оборудованием, мебелью. Но самое главное, значит, мы, значит, подобрали специалистов и их обучили. В аутизм-центрах «Асыл Мирас» благодаря современным методикам большинство детей, молчавших годами, начинают говорить уже через несколько месяцев. Учатся общаться со сверстниками и с родными. Для родителей здесь тоже есть интенсивный курс обучения. Понимание у ребенка отсутствует, и чтобы его понять, маме нужно заново переучиться, работать с таким ребенком, научиться его понимать, научиться, что он хочет, как ему помочь, вот это самое главное. И здесь вот дают именно помочь родителям, как дальше взаимодействовать с ребенком. Программа «Аутизм. Мир один для всех» фонда Булата Утимуратова действует с 2015 года. За это время такие центры появились в 10 городах, и уже более 11 тысяч детей сразу получили помощь совершенно бесплатно. Активную поддержку в регионах оказывают и местные власти. К примеру, в Уральске помещение под центр выделил акимат. Фонд Булата Утимуратова большую поддержку оказал. Совместно с ними мы оборудовали современными именно под таких детей выпущенными оборудованием, мебелью. И самое главное, фонд Булата Утимуратова, благотворительный фонд, они обучили наших педагогов. Фонд активно сотрудничает с международными экспертами. В числе таковых специалисты из аутизм-центра в Атланте и лаборатории Касари при Калифорнийском университете. Нина Шапо, Медет Медресов, Информбюро, Уральск.